всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-Крошка, Фисмен, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду один аниматроник, и сегодня у нас два охранника, будет очень антуражно. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. И не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ты где? А я в доме. Ух ты! А чё? Как-то дробовик твой много жизни отнимает. У меня всего 750, поэтому легко будет мне умереть. Давай другое. Так, давайте обойдем. А как тебе твоя калитка дамажит меня, если я на улице? Да, обстоятельства. Ну хорошо, читерская калитка. Эй, вот так тебе. Кто у нас следующий? Нет, тут никого. Че, долго ты будешь так держать эту кнопку? Она тебе не поможет. Она кнопку мышь у меня. А, это не честно. А ты что думал? Ты перегвоздителем не умеешь пользоваться? Я не стрелял. Так, так, так. Фокси меня не увидел. В смысле? А я сзади тебя бегал. Прикольно играть, когда втроем. О, так это уже какое-то читерское. Ловушки делать огненные. И с этой, да? А, и с этой стороны, блин, не успел. А ну сильно мне ваш огонь дамажит? Моментально! Да ладно, а что у вас такой огонь? Вот кислотный что ли? Там температура 1 000 000 градусов. Да. Так. Давай я, короче, на улицу вылечу, буду с улицы начинать. Так будет честнее. Так, надо мне взять аниматроника, который может. О, давайте я знаю, кого возьму. Взбешенного этого челика возьмем, который мы любим использовать. Очень сильный огонь. I'm going to find you. О, я вас фиолетов... вижу через окно. Ты фиолетовый. На тебя говна кусок. Прикольно, мне нравится за него играть. Очень сильный персонаж. Закроем двери. Ой, так. Я горю. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Блин, вот это он что, не может убить сильно? Давай, иди сюда. Ты говно, ты понимаешь? Ты просто использовал вот этот момент, когда я махаю. Ха-ха, в своих целях. Это где-то тут. Так, так, так. Получается, я прячусь или вы должны? Я как-то этим челиком играю. Не, он классный, но надо специфически уметь попадать им. Ну, мне нравится за него играть. Где-то тебя слышу, но я не могу тебя найти. А ты меня не найдешь? Ты прям так топаешь. Ты смотри, что ты делаешь. Я убегаю. Закрой дверь, холодно. Есть, убил. Мне так понравилось, что я могу убивать так и налегке. Фисма. Офигеть, мне нравится. Слышь, дай пройду, дай я уйду. Это спаун. Блин, да что я не могу тебе в животик ножичком чикнуть немножко? Так, ой, я хочу выйти. Да это больно, это нельзя. А что это за оружие мявкающее было? Это дверь. А, это дверь такой звук издает прикольный. Так. Давайте понаблюдаем, где они. В смысле? А где мы? Ну, вы в здании, наверное. Да. О, вижу. Он меня не видит. О, так классно понаблюдать. О, кстати, я маньяка вижу через текстуры. Сквидвард ходит, вот-вот до окна подходит. Он рядом. Они меня не видят. Ты где-то здесь. Ты маньяка взял. Ну да, я играю фиолетовым челиком, мне нравится за него играть. Это ж дом страха. А я в думаю, лесу. Что-то тут кто-то бегает. Да это я бегаю. Ты. Ой, тут где-то рядом. А вот он ты. Натя! Красиво. Это было эпично. Мне понравилось. Ух, как больно.
Да блин, а я тебя не могу убить, ты потому что... Так, подожди, мне надо возродиться немножко жизнями. Я убегаю от тебя немножко быстрее, Димка. А я за тобой. Нет, не надо за мной. Ну ладно, ладно, убил, потому что... Так потому что... Я могу. Сложновато немножко. Даже вас двое, и то... Да, была по восьмером, это вообще нереально. А можно любое оружие брать? А, ну... Ну да, наверное. Да, умный человек бы так никогда бы не сделал. Ну чё, пацаны, погнали? Сейчас будешь бояться. О, давайте я возьму того, кого вообще мы тысячу лет не брали. Например, Лефти. Нет, давайте даже, наверное, не Лефти, а Молтон Фредди возьмем. На работу в пиццерии пойдешь. Да что ты по стене идешь? Так это официально, он может это... Блин, он тут это... Ай, блин. Иди отсюда. Да какой идея, хочу на крышу залезть, он как... А чё он как ротить залазит? Не иди туда. Ты ведь... Вы когда убить... Там, блин, это реально какой-то цирк, что он так делает? Ладно, он не может залазить на крышу из-за того, что там... Бортик торчит, что ли? А ну давайте сюда попробуем. Блин, эта крыша не рассчитана. Вы же не забывайте, этот челик валит с расстояния. О, тут нету бортика. Так, вот тут тоже бортик есть. Ну давайте попробуем. Лезем, лезем. Я тебя видел. Блин, чего-то не хватает. Ну как, ну что это за баги такие? Эй, ты взял читерское оружие. Твой любимый. Так ты ж не умеешь им пользоваться. Он лайк. Ой, ой. В пиццерии идешь. Так, надо взять челика, который может ставать невидимый. А нельзя это. Ты взял Балору. А откуда ты знаешь? А я все паки изучал по звуку. Не, ну ты красавчик реально, если ты знаешь все. Надо же. Я не понял, кто сначала. Тихо-тихо, он где-то тут рядом. Вообще сюда встань. Отойди от меня, я тебя могу задеть. Слышно, да? Ты как на шифте идешь, что ли? Эй, аккуратно, ты с этим оружием не умеешь использовать, так как я классно, не надо. Так, подожди, подожди. А, ты отойди, не отойди, тут. Отойди, отойди. Подожди, 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 я приближаюсь к тебе. Отойди подальше от меня. Слышь, что за прострелы? Отлично, мне нравится. Да смотри, выбил своего нечем пулеметом и убил всех. Да, я такой. Так, надо какого-то читерского взять, аниматроника. Давайте без того пулемета читерского. Ты взял Эннерда? Да. А ты его... А, ты его по скрипу, да, знаешь? Нет, не по скрипу. Вот это вот, он у тебя так ходит ужасно. А ну иди сюда. Можете брать, короче, пригвоздить или другую оружку любую. Ну мне знаете, что кажется, Эннер будет очень сильно такой, ну мощный. Кабака. Опа, музычка веселая играет. Ой, у нас прям сейчас. Перед тобой. Мы с тобой, получается, столкнулись лоб в лоб. Иди сюда. Отойди. Так, 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 так. Я музычку прикольную делаю. Они меня могут вычислить по ней, не будем делать. Ого, офигительный звук издает. Ну давай, иди сюда. Не, я ссу. Ты на втором? Стой, он где-то тут, в комнате. Здесь. Ты в следующей комнате. Мне страшно, он не летит. Иди сюда. Ой, красиво ты упал головой о пол. Мне понравилось. Так, так, так. Я Скидвард-то вижу через всю карту. Даже не знаю, зачем ты взял маньяка, если наоборот тебе даже так хуже видно. Да ты меня пригвоздил. Красава. Молодцы, пацаны. У вас хорошая команда. Ты его пригвоздаешь, а я мочу. Да, я до сих пор пригвождён. Ты взял этого, Фредди. Он на втором. На втором бегу, бегу. А где второй этаж только? Я же псих, пацаны.
Не знаем, я тоже. Так, я, короче, знаете, что сделал? Я в вашей будке, где вы тут должны сидеть по сюжетке, заложу очень мощную взрывчатку. А вы не должны мне дать это сделать. Отлично, пока вы дойдете, я успею бомбу положить. Например, мы положим вот такую бомбу не очень мощную. В смысле не очень мощную? Ой-ой-ой, я даже не буду возрождаться, хочу посмотреть, как вы умрете. Прощайте, пацаны, сейчас будет мега-взрыв. Я сгорел. А где мега-взрыв? Эта бомбочка не активировалась маленькая, я иду ее взрывать. Нет, мы тебе... Да, я иду, вот-вот-вот, я возле нее уже сейчас буду взрывать. Нету тебя здесь, вот он ты. Я, ладно, я еще не возродился, то мой труп лежал, я видел то, что ты там делаешь. Я вижу твой ник. Как ты его видишь? Это твой труп вижу, ник. А, ну так-то разве да, так прячу, можно видеть. Да, вот туда спрячь. А я иду, подальше. Иду. Бомбочку взрывать. Может не надо? Как это не надо? Как это не надо? Я ее спрятал. Как это ты ее спрятал? Ах ты вот бомж, так. Смотри, спрятал и ножиком в спину. А нет, это не. А это не честно. Нет, это честно. Это честно, ты говоришь? А я ладно, свет туда лю. Ты опять бомбу поставил? Нет. А я слышу. Да это не бомба. Это бомба, это баночка. Нет, это не баночка. Ты прошлую баночку удалил? Слышишь, ты что тут ходишь? Я тебя убью все равно. А, на тебе. Ай. Там, блин, отвали. Тот... А, вот так, не значит. Не стой ко мне спиной. Когда ты спиной, тебя бью быстрее. Ты вообще с одного раза убиваешь. Спин только. Хорошо, аниматроник вообще сильно разозлился. Да? Ты чё? Вы слышали, как она упала? Кто ты кинул? Кого кинул? Бомбу. Я не кидал. А где она? Я слышал. Я активировал ее. Меня нельзя. А я могу ее сам взорвать? Допустим. Нет. А марионетку взял. Где? Почему бомбу нельзя активировать? Помочь активировать. Давай, мочи ее. Взорви бомбу. А можно бомбы, бомбу? Давай. Ух ты, блин. Вот это по наушникам аж дало. Вот это был эпический взрыв. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.